Здравствуйте, в эфире «Новый день». Сегодня мы расскажем, как каждый житель Чебоксар может спасти нашу планету. Сделать это гораздо проще, чем кажется. Достаточно прийти в детский парк Николаева в последнее воскресенье месяца. За 70 лет в мире произвели больше 6 миллиардов тонн пластика, при этом уничтожили всего 12% и еще 9% переработали. Остальной мусор постепенно копится и загрязняет землю, воздух, воду и грозит в будущем вызвать серьезные экологические проблемы. Бережному отношению к природе важно учить с раннего возраста, поэтому в Чебоксарском парке имени Андриана Николаева в последнее воскресенье месяца проводят уроки экологии в игровой форме. Маленькие жители города и их родители могут принести сюда бумагу, пластиковые бутылки и крышки. Мы им наглядно показываем, что, например, из этого вторичного сырья производится. Да? Вот есть вот такие, например, условно утеплители современные, да, то есть это по большому счету та же переработанная бумага. То есть это эковато сырье для, в общем-то, строителей. Также мы рассказываем ребятам, какие материалы производятся и из пластиковых бутылок, тот же синтепон, который идет там для утеплителей в нашу одежду, например, повсеместно. Каждого, кто принес макулатуру и пластиковые бутылки, ждет приз. Ручки, линейки и светоотражающие значки, изготовленные из вторичного сырья. Дети сразу видят, чем могут стать их старые тетрадки. Кроме этого, гостям праздника предлагают принять участие в лотерее, где разыгрываются эко-сувениры. Работали с крышками, делали из них поделки, крышки от детского питания. Даже не догадывались, что такое вообще возможно. И теперь, по возможности, будем все подручные материалы использовать для каких-то поделок. Следующий праздник, посвященный спасению нашей планеты от мусора, пройдет в детском парке имени Андриана Николаева 24 февраля. Сайт госуслуги может помочь вам сэкономить деньги. Вот несколько ситуаций, когда стоит им воспользоваться. Например, чтобы получить загранпаспорт, нужно заплатить госпошлину. За документ старого образца придется выложить 2000 рублей, нового – 5000. Однако госуслуги помогут сэкономить на этой выплате 30%. Скидка действует не только на сайте, но и в мобильном приложении и применяется автоматически, если вы подаете заявление через портал. Сэкономить можно и при получении или замене водительского удостоверения. Так, госпошлина предполагает оплату в 2000 рублей, госуслуги позволяют оплатить 1400. А вот если вы решите через портал зарегистрировать свой бизнес, то пошлину можно будет вообще не платить. Такие правила вступили в силу с этого года. В сегодняшней афише мы расскажем о самых ярких концертах, что пройдут в Чебоксарах в ближайшие дни. Группа «Звери» не нуждается в представлении. Это один из самых узнаваемых и гастролирующих коллективов в стране. На концерте в Чебоксарах они исполнят не только свои хиты, но и представят на суд песни из последнего мини-альбома, который был выпущен осенью 2017 года. Концерт пройдет в этот четверг в ДК «Тракторостроителей», начало в 19:00. А 11 февраля в Театре оперы и балета состоится выступление группы «Тодес». Коллектив представит новую программу «И приснится же такое». Главный балетмейстер обещает красивые номера, необычные костюмы, прекрасную музыку и красочное световое шоу. Начало в 7 часов вечера. А у меня на этом все. Ну а завтра будет новый день.